Всем привет! Сегодня очередная лайтовая покатуха. Выезжаем после 6 вечера, чтобы не так палило. Потому что на улице плюс 32. А это жарковато. Здесь через мост нам сделали вот такую почти велосипедную дорожку. Отделили. Тут запланирована, так понимаю, реконструкция моста или ремонт крайней правой полосы. Ну и заодно сделали такой жест для велосипедистов или нет, я не знаю. Тут удобнее ехать, чем здесь, потому что там стыки есть. Ну и трафик больше всегда по тротуару, чем здесь. Сегодня, может, еще откроем купальный сезон. Водичка в Днепре уже, можно сказать, прогрелась. Если нас не сожрут комары, то мы это сделаем сегодня. Не, я бы тут сюда не залез точно купаться. Ну разве что ночью пьяный и румяный. Жарить вроде, да? Угу. Вам. Вон, Петя, смотри в камеру, сейчас будет контент. Что ты попал? Я не слышу. Я не попал. Шеф, два счетчика. Она снимает? Теперь можно разгоняться, вот так под, да, контент делаем, разгоняется, вот так вот воду съели. Да, тут прикольненько, местечок такой. И людей нет, это разгоняется. Сейчас будем катосить. Серьезно. А если просто без лыж, понял, прицепиться? Да, ну так это надо, ну катаются так, но надо, да? Скорость большая. На пятках. И на жопе. И на пятках, на жопе, да. Вода как асфальт. Так хотя на вот этой, да, лодочке будет катать? Да. А можно вот на одной, стоит. Типа как а на сноуборде? Типа как забегал. Сколько стоит? Я уже не помню. 35 минут. Короче, 10 минут хватит.
Давайте под мост, а потом туда. Давай. Сейчас пирсом уплывешь. Главное выйти из воды. Самое тяжелое. Угу. Для бордистов. Ну да, да. Отрабатывается или нет, там уже сила рук и спины. Угу. Вот главная причина нашей активности. Нормально, мажа просто. Мажа. Вот. Хоп-хоп. Вот так, чтобы кататься нормально и не падать, я учился где-то, это третий сезон. Ну да, это сложно. Наблюдал в интернете. Своеобразно. Я думал, что это остался и поехал. Я говорю, что он все время в напряжении. Вот такой вот нож на того же. Ого. И вот я переживаю, заберут его или нет. Точно такой же, только на таможне. Тебя же не догонят. А, ты хочешь куда-то ехать? Нет, это мне этот китаец прислал типа нож, и он сейчас, ну, точно такой же, только оригинал. И он лежит на таможне, и я, блядь, переживаю. Написано, что будут показывать таможенному инспектору. Ну хули, тут он не холодный, реально коротенький ножик. Ну ты же видел цены в том магазинчике, где мы были?
Ну как тебе там пивас, банка 40 гривен, например? Не обратил внимания? 25, да? Ну вообще она стоит там 20-22. Да. Если дорого, иди еще дешевле. Покатались мы на водных лыжах. Ну, вернее, кто-то покатался, кто-то поснимал, а кто-то просто на пирсе повтыкал. Классно. Надо как-то будет попробовать. Ну, там надо физуху хорошую. Физуха и устойчивость. Равновесие надо держать. Ну, инструктор этот говорит, что по первым 10 минутам можно сразу понять, будет человек кататься или не будет. Ну, в дальнейшем. Да, кто-то не выдержал. Перенапрягся, видно. Топ-стоун. Топ-стоун. Карбон. Карбоновый. Ну, вот это мы ворвались, короче. Так, короче. Все, мы почилили. Это сегодня разминочный у нас маршрут сегодня был. Завтра будет веселее. Я одеваю очки. Да, они тебе сейчас пригодятся. Да, завтра едем нормальный маршрут. Надеюсь, я выдержу. Это наш пацан на линзе, что ли? Уже вечернее. Все, пока. Все.